Сейчас покажу, как чищу лук. Лук здесь уже начистили. Но я попросил, чтобы несколько луковиц оставили мне. То есть не экономлю, не под самый корешок срезаю. Вот. То есть просто, чтобы побольше все. Раз, ведро также. Кстати, гнилухи мне оставили. Пойдет через другой возьму. Вот. Луковицы тоже небольшие, стараюсь брать побольше. То есть такого среднего размера. Ну, если есть крупный, можно использовать крупный. Вот. Вот так срезаем. Вот, я же даже отрезал. Вот. И счищаем, то есть убираем шкурку. Как правильно назвать? Шкурка, не шкурка. Не самую вот эту верхнюю. Ну, то есть и вот этот слой тоже. Он, то есть, все это придает какой-то горечь и то есть, зеленый цвет. Ну, все зеленое убираю. Еще такой момент. В конце зимы, где-то после Нового года, если лук разрезать, здесь у нас такие сердцевинки, перышки зеленые. Их тоже мы ну, то есть, убираем. Потом покажу, как. То есть режем. Вот, и их просто там выкидываем. Потому что цвет будет фаршезеленый и привкус не очень приятный. Горький. Так. В принципе, сейчас покажу еще раз. Вот так счищаем. Зарезаем, то есть верхний слой. И просто сковыриваем его. То есть я как бы на этой шелухе лук стоит недорого, но стараюсь не экономить. Ну все, так, с луком.